Платанами увековечат имена олимпийских и паралимпийских чемпионов. Идею предложил глава региона на встрече с кубанскими спортсменами после летних игр в Рио-де-Жанейро. Участие в высадке деревьев приняли прославленные атлеты, тренеры и учащиеся спортшкол. Знаете, как говорят, что человек должен построить, посадить дерево, вырастить сына и построить дом. Вот дом построил, сына вырастил и дерево посадил. Озеленение, садим деревья, помогаем природе, это тоже все замечательно, поэтому акция очень хорошая. Сейчас в Краснодарском крае 80 призеров Олимпиад. Именными деревьями планируют высадить весь парк рядом со стадионом «Кубань».